В этом году в Славянском районе первый раз в первый класс отправились более 1500 ребят. В городе за школьные парты сели 877 первоклашек. Среди сельских поселений больше всего первых классов в станице Петровской. С подробностями мои коллеги. Будем мы усидчивы, прилежны и старательны. И пойдет у нас учеба просто замечательно. По уже сложившейся традиции, после праздника первого звонка в станице Петровской состоялся парад первоклассников. В этом году здесь за школьные парты сели 296 мальчишек и девчонок. Их, а также родителей и педагогов с началом нового учебного года поздравил начальник управления образования Олег Синтищев. Дорогие первоклассники, сегодня у вас настоящий праздник. Сегодня вы впервые услышали настоящий школьный звонок и впервые побывали на настоящем школьном уроке. Таких уроков у вас будет еще очень много. Вы получите очень полезные знания, которые вам помогут стать умнее, образованнее и взрослее. Я вам желаю в ваших портфелях носить только пятерки и желаю вам больших успехов на протяжении всей вашей интересной, долгой школьной жизни. С праздником! К словам поздравлений присоединился глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко, отметивший, что число первоклассников в этом году на 14 больше, чем в прошлом. А это значит, станица Петровская продолжает расти и развиваться, и ее будущее будет в надежных руках. Хочу, конечно же, поблагодарить родителей и поздравить с этим замечательным праздником. Конечно, новые заботы, новая ответственность. Я думаю, что ваши детки попали в надежные руки, в руки наших профессионалов, людей, которые преданы своей профессии. Учителям хочу, конечно же, поблагодарить вас за неоценимый труд, потому что вы лепите то, из чего потом становится наше будущее, значит, замена ваша. Понятно, не все останутся на территории нашей родной станицы, те, которые вы вырастите и воспитаете. Они пополнят ряды района, края, значит, страны в целом. После напутственных слов юные виновники торжества вместе со своими учителями прошли праздничным парадом по главной улице станицы Петровской. Родители, педагоги, да и просто жители с восхищением наблюдали за нарядными колоннами первоклашек, отправившихся в трудное, но такое интересное путешествие по дороге знаний. После окончания торжественной части праздника в сельском доме культуры для первоклассников было подготовлено театрализованное представление. Анна Монастыренко, Игорь Иванович. Программа «События».